Платва. Платва. А это не елец, блядь? Какой это елец? А нет, нет. Вот. Мелкая. Да, нет. Все понятно. Ну, покажи, как местные ловят. Потом на сажок уберет за все подряд. А там вообще не поклевки у нас. Не-не, только на канале сейчас. Практически все эти самые. Ну, характерные поклевки. Блядь, в тот раз вода кипела, блядь, по всей этой самой книге. И там, и тут кипела, блядь, и ловили, и там, и тут ловили. Мело прошло? Нет, у меня их несколько. Вкусно? Слов нет. Вот на природе-то выросло. Загружайся. Всякая рыбалка, а главное дело, начинается с 5 грамм. И это будет правильно. Птичка тебе уже какнула. Ну, значит, ты сказал, рыба будет. Да. Что тут такого? Ладно, удачи вам и нам тоже. Вот. Это на фидер. Да, ага, с кормушечкой. Все, поднимай. Как нас учили. Конкретная поклевка была. Чудная платва, я тебе скажу. Может, поклевку-то уплотнить надо? В смысле, воды добавить? Бля, красота какая! Ёхуй! Вот здесь мы и ловили. Ну, тут кайфово. Ну, вот здесь и вот весь. Ну, пойдем. Давай. О. Красавица. Хоть что-то. Красавица, просто красавица. Я вот так, давай. Лишь бы не в траву. Ой, красавица, как она красиво себя ведет. Ой, какая красавица. Красиво его. Угу. Ничего не могу сказать. Среднячок такой хороший. Давай. Ой, красиво его. Ой, красиво. Ну, выведи его. Ну, покажи ее близко так. Ой, красивая платва. Она среднячок красивая же. Угу. Цвет такой выдаем, она темный. Именно правильный. Не, это нормальный цвет для нее вообще-то. Как она пытается крутить, а? Не крупная, но как она крутит, блин, аж приятно. Да? Слышь, такой гусь. Где сидит? Чёртка так идёт. Ну, выводи ее. Ну, ну как ее выводить? О, хорошая. Это уже посолиднее, чем ну-ка. Было, да? Да, ну, поснимаем. Ну, всякая красивая рыба. Ага. Она плотная такая, четкая же. Все, убирай палец. Ой, красивый собака. Сюда повернись. Ой, как красиво, подожди, не торопись. Что ой, красиво, есть? Точно красиво, блин. Молодец. Все. Вот так, блядь.